Доброго времени всем добрым людям. Сегодня последний день июня. У нас жарко, 29 градусов. А вот здесь иван-чай цветет. Такие заросли, и не подойти. Кипрей. Очень полезное растение. Раньше готовили чай, капурский чай, по названию населенного пункта Капурье, где-то в Санкт-Петербургской области, в уезде. Вот из листиков, из молодых, готовили, ферментировали и готовили чай. Пчелы летают, но это недалеко от шоссе. Но заросли такие, я еле прошла. Очень нравится мне иван-чай. А из молодых листьев еще и салаты готовят. И корни употребляли, готовили муку. Такое полезное растение и очень красивое. Хоть и жарко, но ветерок обдувает. В тени-то хорошо, а на солнышке не очень. Последний день июня. Время летит. 1/3 лета, считай, уже прошла. Вот так, знаменитый капорский чай. Лакомятся не только пчелы, но и какие-то жучки-паучки. Такое поле в зарослях. Хуторок недалеко. Лубановское шоссе рядом. Депо здесь. Мы в пределах Риги. Впереди заросли иван-чая, кипрея. Вот такое разнотравье. Ветерок колышет травы. Такое поле. А вот еще одна лекарственная травка – чистотел. Тень от березы, и несмотря на жару, здесь хорошо. Ветерок обдувает. Мы, младенцев, раньше первые купания делали, добавляли вот отвар чистотела.
в ванночку. Во поле береза стояла. Во поле кудрявая стояла. Здесь такой шикарный дуб. Впереди молодые березоньки, как стайка девушек молоденьких. Вот такая природа на территории Риги. Не надо даже приезжать далеко. И птички щебечут. Однако завтра уже июль. Осталось 2 месяца. Лето кончится, и снова осень. Время не бежит, оно скачет большими темпами. Вот такой он последний денек июньский, 30 июня. Четыре сестрички, четыре березки приветливо машут нам веточками. А вдали кипрей, иван-чай, хорошая полезная травка. Хорошо среди цветов. Спасибо за прогулку со мной. Хорошего вам вечера, хорошего окончания дня. Отличного настроения. Будьте здоровы. До свидания.